Престижная и очень ответственная, так можно сказать о профессии, представители которой отметили профессиональный праздник. Все юристы, независимо от сферы деятельности, принимают в эти дни поздравления. День юриста – достаточно молодой праздник. Его начали отмечать в России с 2008 года. И дата 3 декабря выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1864 году, были приняты основные законодательные акты и судебные уставы, которые легли в основу судебной реформы. В современном мире профессия юриста становится все популярнее. Мировые судьи, судебные приставы, нотариусы, юрисконсульты служат защите прав и свобод людей. Вы все многое делаете для того, чтобы стабильно общественно-политические ситуации на территории Чувашской республики была, она есть, по сути дела, и смотря на перспективы, я рассчитываю на всех вас. Главное направление – оказание юридической помощи населению. За 5 лет в Чувашии более 200 тысяч людей получили бесплатные юридические консультации. На 2018 год запланирована адресная юридическая помощь жителям села. У нас в части бесплатной юридической помощи сегодня взаимодействие налажено. Это вот как раз основные участники – адвокаты, нотариусы, общественный союз юристов внедрили, чтобы наши граждане обращались на местах у себя, именно в районах, центрах, в центр соцподдержки, потому что в основном вопросы пенсионного характера, в основном вопросы, связанные с социальными блоком поддержки. Празднование Дня юриста перейдет в масштабное событие – столетие ЗАГСа. Столько времени прошло с тех пор, как церковь передала полномочия по регистрации детей, браков и ведения всех остальных записей органам ЗАГСа. К юбилейной дате подготовлен всероссийский проект единого государственного реестра записей и актов гражданского состояния. Сейчас Чувашия на первом месте в ПФО по наименьшему количеству разводов и на 8-м в России. К тому же в Чебоксарах выросло число браков почти на 9% по сравнению с прошлым годом. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.